Хороший уровень участников запомнился. Был Гару, был Лара Фабиан, был Эл Дива квартет, Хулио Иглесиус, был Тото Кутуньо, сегодня будут, да, вчера Фабиан, сегодня Эмма Чаплин и Александра Сафина. Потрясающий был день премьер. Очень много новых песен, которые, наверное, станут хитами в ближайшем будущем. Красивейший вечер Леонида Агутина. Все переделали его песни очень красиво. У него шикарный оркестр, музыка. В общем, очень круто. Это новая волна, однозначно, по моему мнению, лучшая. Я считаю, что самый сильный год, самые лучшие конкурсанты были в этом году. Красивая атмосфера, прекрасная, красивые люди, много хорошей музыки. И главное, что все делалось с большой душой. The show is great, and it was what I see was nice. I see one from here, and the Azerbaijan. I don't know. I see it was beautiful. It's beautiful. It's an important festival. Каждый год планка у новой волны все выше, выше и выше. И думаешь, в этом году уже все, куда уже может быть круче. Но когда я на репетицию услышал конкурсантов, они с каждым годом все круче, круче и круче. Grande, grandioso, grande magia e grandi talenti. Io ho ascoltato attentamente i giovani e li ho trovati pieni di talento. Nuova volna è il mio nuovo dom, nuovi хороші друзі. I will never forget New Wave. New Wave is means a lot of from my life, so it's a very important thing for my life. I want to give love also to the people. I made it and I will do it all the time. Это замечательная бриллиантовая новая волна, приз зрительских симпатий. Все отстроено таким образом, что все мы поем без фонограммы, и это прекрасно.